Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем серию уроков на тему Woodmart. Это урок 35. Переходим в Woodmart настройки темы. Дальше раскрываем категорию товаров и смотрим, что у нас здесь есть. Первая опция – это Ajax магазина, то есть Ajax – это технология, которая позволяет переходить по каким-то действиям без перезагрузки страницы, то есть сразу подгружаются. У нас вот эта опция включена-выключена, здесь на миниатюре это видно, и в реале это, к примеру, вот, я перехожу по категориям внутри магазина, это происходит без перезагрузки страницы. Также ниже следующая опция, аналогичная, похожая, прокручивает наверх после Ajax. Следующее, хлебные крошки выводить ли? Да, нет, вообще это надо выводить. Это цепочка навигации, это полезно и для SEO, и полезно для людей. Вот у нас выводятся хлебные крошки. Дальше позиция, описание категории. Над категориями или кликнув, если сюда будет под категориями. То есть, что за описание категорий. Для этого вам нужно будет пройти товары категории. Я думаю, уже догадались. Пройти в категорию товаров, да, и добавить описание, которое будет вводиться над или под товарами. Здесь настройки закончены. Переходим в следующую сетку товаров. Это уже отображение нашего списка товаров. То есть, допустим, вот я вывел магазин. И все будет относиться именно вот на этой странице. Все, что здесь есть. То есть, есть у нас возможность сделать сеткой. Это сейчас у нас отображается. Есть лист, есть список. Сетка-список и список-сетка. Ну, давайте просто посмотрим вариант. То есть, если у нас сетка, у нас есть ниже настройки, если есть лист, настроек больше нет. Если здесь, допустим, сетка список, то колонки, сколько колонок, вы это видите, у нас три колонки, три товара, точнее, в одной колонке, и вы решаете, сколько их будет. И это на компьютерной версии. На планшетной версии тоже можно решить, на мобильной версии тоже. Одна-две обычно это выводится. Дальше. Пространство между товарами в пикселях сколько? По умолчанию 20. То есть, вот видите, пространство между товарами. Этого достаточно. Можно сделать больше, меньше. Выбор количества столбцов. То есть, у нас есть вот такая штука, которая позволяет выбрать количество. Да? Это можно просто отключить. И, кстати, пока она включена, здесь есть доступные варианты. Еще 5 и 6 выбрать, чтобы отображалось. Давайте выключим. После обновления страницы эти элементы управления мы убрали. Дальше масонри сетка. Ну, это надо просто видеть. В моем случае это видно не очень хорошо. Это видно, когда, допустим, картинки разного размера. То есть масонри это что-то типа кирпичной кладки. То есть нету вот этих ровных позиций, что у нас все так ровненько друг на другом находится. Дальше таблица товаров с разными размерами. Можете поиграться, посмотреть, как это будет выглядеть. Дальше страница товаров на страницу 12 штук. У меня здесь пока что нет даже 12 товаров. Чтобы мы могли увидеть разницу, давайте я сделаю 6 товаров. Выводится 6 товаров и появляется вот такая постраничная навигация. На второй странице будут подгружаться другие товары. Товаров будет больше, значит будет здесь страничка 1, 2, 3 и так далее. Следующая возможность. Ссылка на изменение количества товаров на странице. У нас такое выводится вот здесь вот. То есть я могу выбрать отображение сразу 12, там 24, сразу на одной странице. Если эта возможность не нужна, вы можете это скрыть. Но если у нас это включено, то здесь вы можете вариации через запятую добавлять. Дальше. Пагинация страниц. Вот это вот самое здесь интересное. Вот то, что сейчас у нас есть. Есть возможность сделать кнопку «Загрузить еще» и «Infinity Scroll». Когда, просто прокручивая вниз, товары будут бесконечно подгружаться. Если вы будете до талого крутить вниз, и они будут подгружаться, пока все не появятся на странице. Ну, вот этот вот на любителя, мне кажется, но я бы... Мое любимое – это вот эта штука «Загрузить», то есть кнопка «Загрузить еще». И последняя здесь опция. Если мы нажимаем «Загрузить еще», то ссылка будет подставляться, если это включена опция, то есть страничка 2, 3, 4, именно в ссылке. Поэтому здесь это я бы рекомендовал оставить. Допустим, кнопка «Загрузить еще», «Сохранить настройки». Смотрим на сайте. Вот у нас появляется кнопка. Смотрим сейчас на ссылку, пока здесь ничего не меняется. «Загрузить еще». Подгружаются товары. И здесь ссылка реально меняется
Page добавляется здесь и двоечка, страница 2. Кнопка «Загрузить еще» исчезает, когда товары все показаны. То есть я нажал один раз. У меня просто больше товаров нет. Если бы здесь было там 50-100 и более товаров, то кнопка все равно здесь была бы. Пока вы полностью все товары не раскроете вот так на одной странице. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. We'll be right back.